Всем привет! Вы на канале «Между нами девочками». Сегодня мы хотим показать наш праздничный стол, который мы накрывали Сашеньке на день рождения в ее 2 годика. На листьях салата мы положили рулетики из лаваша с крабовыми палочками, майонезом, плавленым сыром и укропом. Посередине украсили помидорами черри. Это у нас жареные куриные котлетки в панировочных сухарях. Отварные перепелиные яйца с красной икрой. По-моему, неплохо смотрятся. Салатики. Здесь у нас жареная рыбка, украшенная листьями петрушки и помидорами черри. Нарезка из сырокопченой колбаски. Копченая скумбрия, декорированная листьями петрушки и маслинами. На наш взгляд, это идеальное сочетание. Еще один рулетик из лаваша в виде цветка. Начинка из моркови по-корейски, майонеза и ветчины. Бутерброды с красной икрой, сливочным маслом, сыром и укропом. А здесь у нас салат селедка под шубой в виде божьей коровки, украшенная черносливом. Здесь рафаэлки из плавленного сыра, майонеза, чеснока и яиц, обваленные в крабовых палочках. Слоеный салат с куриной грудкой, жареными грибами, тертым сыром, яйцами и морковкой по-корейски, украшенный листочками петрушки и помидорами черри в форме милого ежика. Салфетница красивая, картофельное пюре. Бедрышки куриные, запеченные в рукаве. Салат оливье выложен в виде забавного котика. Украшен колбасой, зеленым луком, яйцами, маслинами и морковкой. Очень миленький котик. А это салат мимоза. Сверху он украшен тертым желтком. Мышки сделаны из отварных яиц, перца горошком и колбасы. Одно куриное яйцо и 3 перепелиных. На столе еще были компот, лимонад, конфеты и, конечно же, фрукты. Просто я их забыла заснять. Как вам такая идея оформления стола на детский праздник? По-моему, неплохо получилось. И какой же день рождения без тортика? Мы заказали вот такой вот замечательный торт, 200 кило, в виде пчелки и с надписью «Сашеньке 2 годика». Он с замечательным банановым вкусом, безумно-безумно вкусный. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!